Комментировать игру для вас сегодня буду я. Играют хозяева. Старая добрая 4-4-2 схема у них сегодня. Да, классика жанра. Расстановка с явным перекосом в сторону атаки. Защитникам придется сегодня выложиться на полную. Переходят они в атаку. Подача в центр штрафной. Хорошо задумал, но исполнение подвело, конечно. Мяч идет мимо ворот, хотя признаем, что очень сложная позиция для удара. Всем привет! Комментировать игру для вас сегодня буду я. Играют хозяева. Старая добрая 4-4-2 схема у них сегодня. Да, классика жанра. Расстановка с явным перекосом в сторону атаки. Защитникам придется сегодня выложиться на полную. Переходят они в атаку. Подача в центр штрафной. Хорошо задумал, но исполнение подвело, конечно. Мяч идет мимо ворот, хотя признаем, что очень сложная позиция для удара. Всем привет! Комментировать игру для вас сегодня буду я. Играют хозяева. Старая добрая 4-4-2 схема у них сегодня. Да, классика жанра. Расстановка с явным перекосом в сторону атаки. Защитникам придется сегодня выложиться на полную. Переходят они в атаку. Подача в центр штрафной. Хорошо задумал, но исполнение подвело, конечно. Мяч идет мимо ворот, хотя признаем, что очень сложная позиция для удара. Всем привет! Комментировать игру для вас сегодня буду я. Играют хозяева. Старая добрая 4-4-2 схема у них сегодня. Да, классика жанра. Расстановка с явным перекосом в сторону атаки. Защитникам придется сегодня выложиться на полную. Переходят они в атаку. Подача в центр штрафной. Хорошо задумал, но исполнение подвело, конечно. Мяч идет мимо ворот, хотя признаем, что очень сложная позиция для удара. Всем привет! Комментировать игру для вас сегодня буду я. Играют хозяева. Старая добрая 4-4-2 схема у них сегодня. Да, классика жанра.